В общем, слушай, бывший агент ЦРУ Роберт Олдридж ушел со связи. Лэнгли считает, что этот ублюдок помогает Персею строить шпионскую сеть в США. Недавно нам удалось раздобыть зашифрованную дискету, на которой, как мы полагаем, хранятся подробные досье на его агентов. Осталось только расшифровать. Ладно, дам знать Мейсону и Вудсу, что мы готовы. Они займутся этим вопросом. Источник сообщил, что Олдридж собрался на юг. Он поедет через Колорадо в северную часть Нью-Мексико. Там мы его и возьмем. Мы не можем позволить бывшему агенту ЦРУ дрессировать шпионов для Персея. Этого ублюдка пора зарыть. Не могу поверить, что Олдридж предал ЦРУ. Да этот урод всю страну предал! Феникс 2-4, это Феникс 2-1. 30 секунд, отбой. Мы готовы, Мейсон. К бою готов. Бензин только со свинцом!
Мейсон, сфотографируй Олдрича для семейного альбома ЦРУ. Раздел предателей. Самая поганая часть. Это всего лишь долбанный труп, а не шедевр мировой классики. Заснял его. Ладно, пора валить отсюда.
Ладно, там значит... Ми-6 уже несколько лет ведет группу советских агентов, внедренных в правительство европейских стран. Судя по всему, они должны сыграть свою роль в каком-то будущем плане. В ходе недавней операции мы получили информацию о структуре этой группы. Ее возглавляют три неустановленных агента, куратором которых является советский майор Вадим Рудник. Это имя уже знакомо нам по делу Персея. Мы вычислили Рудника и готовы его взять, но если мы заранее не установим личности остальной тройки, есть серьезный риск упустить всю группу. Ознакомься со списком подозреваемых. На заданиях тебе могут встретиться документы, способные помочь вычислить трех ключевых агентов. Советую сделать это до того, как идти за Рудником. Ми-6 уже несколько... Волков — главарь банды, перешедший Восточный Берлин после строительства стены в 61-м. У этого бандита есть связи и в Европе, и в обеих Америках. Его ликвидация ударит не только по Персею, но и по мировой преступности. Крупная рыба. А вот и наша рыбка. Франц Краус. По данным Ми-6, это один из связных Волкова. У них назначена встреча завтра ночью. Мы попадем в Восточный Берлин через метро. На закрытой станции к западу от стены есть нужная точка входа. Проследим, как Краус войдет в город. Как только Волков объявится, берем. Живым или мертвым. Стена над нами. В Восточном Берлине. Готовься. Bitte stellen Sie keine Fleck auf die Sitze.
Fertig, Herr. Steht. Как поезд сбавит ход. Мы с тобой прыгаем. Парк, Лазарь. Вы едете дальше. Мы вдвоем ищем Крауса. Так. Поезд замедляется. Начали. Станции патрулирует полиция ГДР. Впереди патруль. Можно укрыться от него за поездом. Я работаю в метро. Разрешите показать документ? Запретная зона. Лечь на землю. Вы арестованы. Стоп, стоп, стоп! Успокойтесь. Уверен, мы что-нибудь придумаем. Будете давайте сопротивляться, пристрелю. Лежать! А ну лежать! Давай! Что за... Неплохо. Уберем следы. Скоро пойдет через КПП. Идем на крышу. Парк, Лазарь, мы почти на месте. Принято. Давай, сюда. Толк в охране. КПП. Краус может пройти в любой момент. Сфотографирую Крауса.
Черт, охрана строже, чем обычно. Если задержится, опоздает на встречу с Волковым. Не наш. Возле КПП. Вон с дипломатом. Это он? Отлично, это он. Это Краус. За мной. Фарк, Краус пересек стену. Что у тебя? Мы с Лазарем ждем вас в точке эвакуации. Понял. Сообщает, что Краус и Волков встретятся в баре через дорогу. Иди и найди там связную рацию. У нее синий зонтик. Я прослежу за улицей. Вещуен даси из Гешатха. Краус за столиком за моим правым плечом. Тоже его знаю. Разве что он сам. Но, полагаю, вряд ли больше. Краус был в штазе, пусть его миловидная внешность вас не обманула. Это убийца. Моего информатора взяли при случайной проверке в кварталах отсюда. Теперь штази перевернут тут все. Попрошу вас об услуге. Под пытками он быстро сломается. Надо его спасти или убрать. Его держат здесь. Данкиш. Белл, внимание! Кажется, входит Волков.
встречаемся у квартиры Крауса. Он наш билет к Волкову. Мне понадобится время. Встречайтесь с Лазарем и Парк без меня. Выйду на связь, как только смогу. Ich bleib heute Nacht bei meinem Freund. Wir hatten ein paar zu viele in der Kneipe. Sie beide. Schon gut, schon gut. Ich hoffe, Sie können meine Wohnung von hier aus sehen. Ich frage nicht noch einmal. Je länger ich suchen muss, desto schlimmer wird es für Sie. Ist er weg? Vielen Dank. Ich bleibe, glaube ich, so lange hier, bis die Stasi weg ist. Thank you.
Hilfe! Парк, что у тебя? Я в магазине напротив квартиры Крауса. Он только что вернулся. Что у тебя? Штази прочесывает район. Пришлось затаиться. Найду вас, как будет поспокойнее. Белл, срочно ищи Парк и Лазаря. Отбой. Я же говорил, вы меня с кем-то спутали. Видел фото. Тебя ищут. Я просто следил за конспиративной квартирой КГБ. Я не знаю, как они меня нашли. Я делал все как положено. Что там было написано? Им нельзя верить. Не знаю, о чем вы говорите. Прошу, отпустите меня к детям. Спасибо, что спасли меня.
Буду ждать новостей. Идите. Я сам. Freunde sind wir nicht gerade. Er hat uns ihren Namen beim Verhör verraten. Ich bin ein. Ich sehe mal nach. Отлично. Думаю, тебя не засекли. За мной. Не шуми, а то нас сдадут местные. Электроники через дорогу от дома Крауза. Я хотел принести ей сарделек из Дар Браунбар.
но там закрыто. Парк совсем близко. Ищи Крауза. Чемодан будет в безопасности. Все это время он был при мне. Где он тогда? Да, я знаю этого. Повторяю. Ну что, Лазарь? Волкову нужен чемоданчик Крауза. Повесим маячок. Он приведет нас к Волкову. Придется влезть в квартиру Крауса, не привлекая внимания его самого и его жены. Белл займется. Пока он там, я проверю окрестности на предмет незваных гостей. Парк, ты следи за нами отсюда. Я покажу себя с лучшей стороны. Чудно. Агенты Штази проверяют всех. Осторожней там. Белл, я видела у Крауса тетрадь. Попробую ее найти. Белл, если тебя заметит Краус или его жена, это провал.
Если что, жену можно усыпить. Но сам Краус должен пойти навстречу. Звоню Краусу. Готовься входить. Извините. Она проспит несколько часов. Помогите. Приберись тут. Ада, ты не видела мой зонтик? Мне пора выходить. Мам, где мое одеяло? Черт, про ребенка забыли. Я уже скоро. Не попадайся на глаза Краусу. Кто бы знал. Я теряю Крауса каждый раз, когда он туда заходит. Посмотри, что там. У
тебя мало времени. Ищи чемоданчик. Позволил ему вломиться к тебе в квартиру? Я не знаю, откуда у него взялись материалы. Но я привел его. И это серьезно облегчит твою участь. Эта личность интересует Персея. Ты скажешь Персею, что его поймал я? Грета Келлер у нас. Тоже. Ее сдал ее собственный коллега. Бесхребетное дерьмо! Извини, Грета, КГБ хорошо платит. Наконец-то. Персей обещал награду за твою голову. Не жди ответов на свои вопросы. Я мог бы найти тебе примету, но ты бракованный товар. Горбатого могила. Что такое? Могу захватить чемодан. А ты бери Волкова.
Волкова! Остались. Наконец. Белл, от имени всей МИ-6. Спасибо. Волков у нас. Не по заслугам. Валим из Восточного Берлина. Сведения Волкова подтвердили наши опасения. В Восточном Берлине Персей получил атомную бомбу. Мы не можем быть уверены. Она у него, это точно. В документах Волкова мы нашли зашифрованные координаты. Безлюдная местность на территории Украинской ССР. Вот что обнаружил Blackbird. Я хочу знать обо всем, что происходит в здании. Нужна помощь остальных. Я вызвал Вудса и Мейсона из Киева. Белл, пойдешь туда с Вудсом. Мы с Мейсоном останемся ждать эвакуации. Парк, на тебе связь. Мы не знаем их состав и уровень подготовки. В бою действуйте на свое усмотрение. Пришло время заглянуть за железный занавес.